Маслята. Рисунки для детей. Привет, ребят. Сегодня я хочу нарисовать золотую рыбку. Я уже много раз рисовал золотую рыбку. Я уже умею ее рисовать. Мне так кажется. Но каждый раз у меня получается по-разному. И в этот раз я рисую рыбку. Вот такую. Вот так рыбка у меня выходит. Такой вот полукруг здесь и полукруг здесь. Такой овальчик. Это моя золотая рыбка. Она будет вся-вся желтая. А после я добавлю оранжевого, красного и других блестящих цветов. Но мне хочется, чтобы золотая рыбка была уже совсем как золотая. И я из-за этого нарисую ей красивый хвост. Вот смотрите, какой большущий хвост, как у настоящей золотой рыбки. Вот такой вот. Получается такой золотой. Теперь я возьму оранжевый и покрашу немножко вот здесь вот. Контур рыбки сделаю. Контур. Также я нарисую ей плавник. Один, второй. А здесь еще один. И здесь один большой плавник. Но так как это золотая рыбка, у нее будет такой плавник, похож на корону, что ли. Такая она царица морская. Я читал сказки. Царица морская. Вот такая вот. И хвостик. Он у меня тоже такой оранжевый будет хвостик. Плавники оранжевые. Сама рыбка оранжевая. Здесь жабры. Жабры. И наверное, ротик я и нарисую, да, ротик. И немножечко теперь придется мне здесь надо постараться, потому что мне хочется, чтобы чешуя была похожа на чешую. Видите, я рисую аккуратненько чешуйки. Вот такие полукруги, это чешуйки моей золотой рыбки. Они оранжевые и очень подходят. Здесь вот у меня будет глазик ее, вот здесь. Теперь я возьму уж красный мелок, красный. И покрашу самые основные ее красные, вот такой красный. Красный у нее будет большая корона красная. Такой плавник, но он красный. И здесь красный плавник тоже. Второй красный плавник. Здесь немножко жабры. И, конечно же, хвостик. Хвостик я тоже покрашу красным. Он будет такой желто-оранжево-красный. Вот здесь вот немножко больше красного. И здесь немножко больше красного. И такие полосочки. Вот так. Отлично. И один еще плавничок. Для того, чтобы она блестела, я кое-где некоторые чешуйки сделаю блестяще красными. И немножко обведу их. И получается у меня чешуйки разноцветные. Желтые, красные, желтые, красные, оранжевые, желтые, красные, оранжевые. Ротик ей, глазик. А глазик я черненьким. Зрачок нарисую черненьким. Так. Вот такая рыбка получается. Смотрите. Здесь я сделал небольшой контур, чтобы показать вот так, так и так. Отлично. Мне это нравится дело, рисовать масляной пастелью. Я надеюсь, вам тоже понравится. Рыбка хороша, но только я хочу добавить ей немножко голубого цвета рядышком с ней, потому что мне хочется показать, что она не просто лежит, например, такая золотая рыбка, которую старик уже поймал, а та, которая еще плавает в океане, и еще ее никто не поймал, и может вообще не поймает. Хотя, надеюсь, что когда-нибудь я поймаю золотую рыбку. Так, здесь зеленоватым. Глубины океана покрасим зеленоватым. И немножко синего. Синим я углублю вот здесь вот. Видите, получается настоящая картина прям такая, только что без старика. А так уже золотая рыбка есть. Везде побольше синего. Вот так вот. Получается золотая рыбка. Здесь нарисую маленькие пузыречки, чтобы показать, что они под водой. И вот такая рыбка у меня. Все, мой рисунок закончен. Я сегодня завершил его. До новых встреч, пока!